Лен, ты что, обижайся на меня? А что я за газеты сходил? Все, ну и что ж час не было? Пока шел. Это же папа твой, козел, сказал, что я к Светке заходил. О, козел, а. Снаж же дармоед, а. Ну и зашел я к Светке, у нее испортился этот, как его, ну, утюг. А я ей исправил. А что, папа твой, козел, ей утюг не исправил. Все, отвертка не работает. Ты сидишь в этих бегудях, в этом халате странном, что я тебе на свадьбу подарил. А я к Светке на секунду зашел утюг починить. Так она вся на фурцепудренная, юбка по самой не могу. Готовится женщина гладить. Вот это объявление читаю. Смотри. Вена, Рим, Ницца, Монако. Всего $50, Лен. Как не может быть? По-русски написано. Вена, Рим, Ницца, Монако, $50 на самокате. Не прошло. Ну и чего, дождемся подороже. Дешевка есть дешевка. Че? О, смотри, объявление. Меняю фамилию из 3 букв на аналогичную из 5. Сложно. Надо Якубовичу послать. Гляди. Жена на час. Не, это значит, Лен, на всю жизнь застрелиться, а вот на час-то ничего, да? Это ж пишут, смотри. Телефон 444-5630. Чтоб каждый дурак запомнил. Вот я запомнил. Видишь? Смотри. И главное, что, говорит, вот, звоните, не пожалеете. Бесстыдство какое. 444-5630. Бюст 7 размер, Лен. 7. Гляди, мы с нулем мучаемся. А тут люди. 7. Это ж... Это из комнаты в комнату. Тележку. 444-56. Не пожалей. Лен, а вот ты сидишь в этих бегудях, в этом халате странном. Дела бы на экскурсию поехала. Вот, смотри. Приглашаем на экскурсию по местам, где кочуют олени. Северное сияние полидишь, ягеля пожрешь. А я тут по-стариковски 444-56. Не боишься. Ну, сиди, тухни здесь, у этого бесплатного телевизора. Вот сидишь, прям в окно глядишь, прям вот что-то такое увидеть хочешь. Вот. Мужик, на клумбе! Я тебя вижу, сволочь. Я тебе эту шланг-то оторву, что ты на клумбе. А я вчера, Лен, цветы рву, чувствую, пахнут. Слышишь, ты? Я тебе... Петрович не признал. Сразу дворника-то не узнал. Ты тоже не льсти себе. Развернись. Но сейчас-то я вижу, что поливалка. А то, думаю, струища-то какая. Давай. И тебе тоже. А ты, дура, сидишь. Хоть бы сказал, чтобы Петрович с человеком чуть не поссорился. О, гадаю на кофе, Лен. Гадаю на кофе. И результат сама не знаю. Сильно. Вот у нас, значит, этот самый наш завгар тоже с тещей поссорился. И давай, гадалки. Приходи, очередь большая, Лен. Огромная очередь. Он спрашивает, кто последний? Вот так просто говорит. Кто последний? Слышишь такой противный голос? Я. Блядь, теща. А что делать, Лена? Сел рядом. Разговорились, помирились. Сейчас она от его ребенка ждет. Чего я хрюкаю? Мать твою вспомнил, Господи, прости.
Это в какую очередь надо было высидеть? Такое же. Надо, но женщина была, твоя мамка-то справная, в отличие от тебя. Помнишь, она мужика, ну, в буфете грудью задела. Скорая помощь приехала. Какой диагноз поставили? Попал под каток. О, смотри. Это ж надо, вывод из запоя, Лен. Вывод из запоя, это не нам. Вывод из запоя, даже Карл Маркс писал, выход из запоя, это вход в никуда. Второй том, шестая строчка снизу. Нет, сверху, о, сверху. Читала? Ты капитала не читала. Лена, а как же нам общаться? О чем говорить-то с тобой? Если ты капитала не читала, Лена, ну я к Светке на секунду зашел утюг починить на час. И то, у ей стеллажи книг, стеллажи, вот красный, синий, зеленый, все чистенько, ни одной пылиночки нет. И прямо, знаешь, вот она себя на фарцепудин, юбка по самой не могу, и у нее такая стремяночка, и она, а утюг наверху. И она, знаешь, полезла туда наверх. Знаешь, Лен, я полетел, какие у ей красивые книги. Я завтра пойду дочитывать. Нет, ты знаешь, Лен, ты не права. Светка к тебе хорошо относится. Она мне даже сказала, я уходил, она говорит, Ленка, говорит, какая ж дура, говорит, такого мужика схватил. Знаешь, вот так сказала, какая ж дура, говорит, вот как, откуда она тебя так хорошо знает? Вот смотри, о, знаешь, Лен, я подумал, ты вот сидишь в этих бегунях, вот смотришь в окно, а я вот думаю, ты пойми, вот счастье, за счастье нужно бороться. Никто к тебе дверь не постучит и не спросит. Лена, у вас утюг работает? Пойми, мужик, это тоже корабль. Заходит в разные моря. И все равно в родной порт, к родному холодильнику возвращается. Лена, дай Бог здоровья Владимиру Владимировичу, это Путину. Какие деньжища отвалил за каждого ребенка. Сколько кораблей развернулось и чешут в родную гавань. А ты сиди и жди. Может, кто придет к тебе в окно смотрит. Дура вообще. Смотрит в окно.